Ситуация на Тихом океане куда хуже, чем нам сообщают. У нас 3 авианосца, у японцев 10. У нас 0 функциональных линкоров, у них 9. У них больше крейсеров, бомбардировщиков, истребителей и много современной техники. Мы рассчитываем, что те, кто там находится, смогут удержать фронт. Не хотелось бы быть командующим. Я им буду, не так ли? Президент лично просил вас. Он сказал, что вам надо срочно лететь в Перл-Харбор и оставаться там, пока наши корабли не войдут в Токийский залив. Адмирал Нимитц, желаю вам удачи.